Здравствуйте, с вами канал Максим Бадзе, и сегодня мы продолжаем играть в GTA 5. Начинаем третий сезон. Короче говоря, давайте заедем к Майклу в гости. Франклин решает заехать. Майкл и Тревор скрываются за городом. Выбрать их сейчас нельзя. Так, ну давайте зайдем. Ты где? В доме пусто. А, привет. Мне пришлось залечь на дно из-за того милого мексиканца, с которым мы познакомились. Мы с Ти сделали для него одно дельце и поссорились. Ты чё, прикалываешься? Эх, если бы. И где ж ты обитаешь? В пустыне. Рядом с Аламо-Си. Ладно, я дам тебе знать, если что-то найду. Конечно. И, кстати, его жена у Тревора. Тревор женился? Нет, я про жену мексиканца. О, блин, я даже не знаю, что сказать. Ничего, не надо говорить. Рон! Рон! Я вернулся. Иди, принеси мне кофе, или я тебе руку отрублю. Кто это? Твоя прислуга? Деловой партнер. Хороший парень. Надежный. Рон, это Майкл. А это Патриция. Слушай, красавица, мне жаль, что так получилось. Знаешь, надеюсь, что все с тобой будет в порядке. Я, конечно, мог бы тебя разрубить на части, спустить в унитаз, но я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Ценю твою откровенность. Я вижу, что тебе хорошего человека. Да, тебе надо проверить зрение. Рон, ты скучал по мне? Конечно, Тревор. А как же наш бизнес? Я пытался. Если ты собираешься мне поведать грустную историю, я тебе глотку расплю и набью ее дерьмом. Нет, история не грустная, просто все пошло немножко не так, как надо. Я кое-что слышал о Мэри Уэзер. О, опять эти уроды? Они везут большую партию оружия. И я подумал, что тебя это заинтересует. О, офигенно. Пошли. Я в деле. Нет, нет. Ты сиди, тебя же ищут, не высовывайся. Присмотри за ней. Она настоящая женщина. Рад был встрече, Майкл. Да пошли уже, чтоб тебя. Что-то задумал? Мы не собираемся атаковать армию наемников на земле, мы встретим их в воздухе. Ну ладно. Я знаю, что тебя рассердила потеря товара тогда в порту. Да, это уж полная фигня. Это точно. Ну вот я и решил проследить за радиопереговорами, подключился к сети Мэри Уэзер. О, приятно снова оказаться в компании профессионала. Я думал, что я услышу что-то другое в компании покойного Майкла Таунли. Да не такого уж и покойного, и не такого уж гения. И он больше не Таунли, годы его страшно изменили. И в чем выгода? Мы прекрасно и без него обходились. Если бы было бы все так прекрасно, то где же мое бабло? Где гонорары за консультации, где жирные дивиденды? Мне нужен размах, Рон. Купон и линейка товаров. Я хочу, чтобы эти пушки и наркота были доступны каждому человеку и зверю. От Хоув Бич до Веспучи. Мне нужны загородные клубы. Прессивная жена блондинка и секретарша, которая скачет на моем малыше. Может, вы купить бизнес Оскара? Вот я в первом прохождении так заговорился, что въехал в тот бак красный и взорвался. Можете посмотреть. Если я это не вырезал, вроде бы я это оставлял.
Вот такой самолет и нужен для борьбы с хорошо вооруженными ребятами. Позвони нашим парням по ту сторону границы, скажи, что мы опять продаем оружие. Полетели. Ненавижу эту миссию на самом деле. Сейчас узнаете почему. Сейчас поймете почему. Самолет Мэривезер кружит в зоне ожидания над горой Челиад. Прием. Старайся лететь низко. Диспетчер Скайпорт Закуда следит за воздушным пространством. Вот почему мне не нравится эта миссия. Из-за того, что надо лететь низко. Грузовой самолет на 12 часов. Вон он. Ой-ой-ой. Вон тот самолет, который вон там в небе, увидите. Вот нам его догнать надо сейчас. Разберемся с ними прямо в воздухе. Залетим в этот самолет, который там в небе. Там они оружие перевозят. Блин, какой снег выпал. До Нового года осталась неделя. Так что неудивительно. Надеюсь, мы до Нового года успеем договориться с этим мексиканцем и вернуться в Лос-Анджелес назад. Ой, справа по курсу военная база. В нее вообще нельзя залетать ни на какой высоте. Мы на нее, кстати, проникали... когда перед ограблением Мэривезер нужно было угнать двухвинтовый вертолет. Ты ведь знаешь, что у грузового самолета 4 двигателя, размах крыльев 200 футов. Да-да, я в кукурузнике, я это все понимаю. Твою ж мать! Я случайно залетел туда. Сорян, 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 я что-то не обратил внимания, где лечу. Уэйт, к тебе тут приходили люди мистера Чена. Выглядели они покруче, чем те китайцы, что ты встретил в таверне. Неужто они хотят мести? Привет, Ти, тут про тебя какие-то жлобы расспрашивают. Узнаю, в чем дело. Жлобы? То жлобы, то... то китайцы. Вот я сказал, что китайцы хотят мести. Только вот... ну, мести. Я... Тревор ничего им не сделал, чтобы мести сделать это самое. А вот жлобы, это могут быть те самые братья Унил, которым мы... Чё себе зеленый фургон какой? Микроавтобус, точнее. Которым мы... это... которых мы там... переубивали большую часть и ферму еще сожгли. Вот они могут еще вернуться. А вот китайцам зачем на нас нападать, я не знаю. Да блин, да что ж такое, опять... Когда уже закончится эта военная база, а? По-моему, кроме вот этой миссии, и кроме там еще одной предыдущей, и одной из предыдущих миссий,
Здесь можно летать на любой высоте. Вообще. Никто за нами не будет следить. Почему здесь именно за нами будут следить? О, все. Выбрались наконец-то. Фух. Можно подняться наконец-то. Так, теперь что нам надо сделать? Надо подлететь как можно ближе к этому самолету и забраться туда. Легкий самолет, прием. Назовите себя и свою цель. Я? Я просто одинокий парень, расцепляющий удобрения. А вы кто? Неопознанный самолет. Измените курс, или мы вас собьем. Сбивать меня? Вам не кажется, что это невежливо? Последнее предупреждение. Измените курс, или будете сбиты. Моя судьба в ваших руках. Мы получили добро на огонь. А вы о жертвах на земле подумайте. Вы что, ракетами стреляете, что ли? Совсем сдурели? Теперь я вас выстрелю ракетами. Вы можете, а я нет. Зря так думаете. Блин, это на самом деле плохая была идея, потому что я теперь не смогу пройти туда. Из-за огня. И там все равно где-то солдаты, которые пытаются нас убить. Только вот я их не вижу. Одного вижу. И убил одного. А, кроме бомб ничего нету, да? Ну-ка, может, я через снайперку что-нибудь увижу? Блин, не туда. Чё? Я что, сам себя взорвал? Странно очень. Очень странно, блин. Как такое могло вообще произойти, блин? Блин, опять все заново делать. Блин, ну вот... В этот раз, мне кажется, лучше получилось. Если эти машины унесет туда куда-нибудь, будет замечательно. О! Солдатик горит. Сгорел уже. Так, надо подождать, пока потухнет. А можно и так пройти, ладно. Эй, пора сменить пилота. Диспетчерская на борту самолета Мэри Уэзер произошла смена персонала. Выбран другой пункт назначения. Мы садимся на аэропорт Маккензи. Аэродром. Ничего себе закадик. Красивый. Меняю частоту. Прием. Рон, ты слышишь меня? Я добыл самолет. Ты с покупателями? Трэв, мы здесь. Ждем тебя.
А это еще что за самолетики? Внимание, самолет Мэривезер, нам приказано сопроводить вас на базу. Измените курс или будете сбиты. Ага, карманы шире держите свои. Рон, на меня напустили авиацию. Ой, набери высоту, возможно они спасуют. Ну посмотрим, поможет ли это. Любое агрессивное поведение повлечет за собой решительные меры. Может быть, я отдам 10% того, что в трюме, и все будут довольны? Часы истребители маленькие какие. Нам разрешено сбить вас. Измените курс или откроем огонь. Не понимаете вы, каких трудов мне сюда вообще попасть стоило, а? Последнее предупреждение. Поворачивайте, или мы вас атакуем. Не, подумали бы вы о жертвах на земле. Лучше. Мы авторизированы, можно открывать огонь. О, блин, плохо дело. Самолету конец. Ти, мотор сдох. Выбирайся оттуда, не хочу тебя потерять. Управление отказало, я не могу набрать высоту. Он падает. Есть парашют, я выпрыгну сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я-то думал, они человечество спасают. Армия должна... Войска должны защищать человечество от опасностей, а не терроризировать его, блин. А они вон только пакостить умеют, мне кажется. Тревор, ты в порядке? Я видел, как падал самолет. Я-то выжил, а вот армии ящериков не повезло. Хоть какой-то плюс. Слава богу. Фюзеляж улетел в Алма-Сити. Думаю, с аквалангом ты доберешься до оружия. Идея неплохая, но на это потребуется куча времени. Лучше позвони Оскару и скажи, что он не получит оружие. Ладно, слушай. Я кое-что тебя должен спросить. Ты как-нибудь связан с федералами? Заходил агент Санчес. Сказал, что вы с Майклом должны встретиться с его начальством в гараже. На кухне. Блин, опять ФРБ. Ладно, я их использую, а не они меня. Сечешь? Заруби это на носу. Санчес? Андрес Санчес? Он работает вместе со Стивом Хейнсом и Дэйвом Нортоном. Блин, опять выполнять грязные дела для этих чудиков. Ладно. Ладно, 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 ладно. Так, у нас есть одно задание, которое у Франклина есть. Франклин продолжает работать на Дэвина Уэстона.
Где он находится-то? Возле киностудии. Давайте вызовем такси и съездим туда. Ой, не туда позвонил. Пришлите такси как можно быстрее. Не вопрос. Такси подъедет через пару минут. Да, амунация опять. Цветные дымовые шашки. Офигенно, как круто, блин. Там машину достать надо где-то. Молли, я у студии. Окей, прыгайте через стену, машина на стоянке. А дальше что? Туда пускают только актеров, играющих главные роли и каскадеров. Так что можете переодеться и сойти за одного из них. Или попробовать что-то другое. Когда пройдете мимо охраны, убедитесь, что за вами не следят, и позвоните мне. Я тут даже ночью что-то снимаю. Без разницы, когда мы сюда пойдем, ночью или днем. Ему эта одежда отлично подходит. В одной майке и трусах остался, блин. Ну, красавчик. Поехали! Эй, пистолеты, уберите свои. Блин, там за нами погоня едет. Эй! Блин, блин! Отвали от руля. Не надо отсюда убираться скорее. Блин, да... Да, не трогай руль, блин. Ай. Как это неудобно, а? Нет, все нормально. Мне нужна только машина. Отстань от руля, я тебе говорю. Так-то вам, блин. Отцепись от руля, я не могу ехать спокойно. Блин. Я не могу выбраться отсюда. Знаешь что? Что это за кнопка? Красиво было. Если машина у вас, отгоните ее Хайус Авто в Южный Лос-Анджелес. Мистер Уэстон сейчас готовится к марафону, он может изменить маршрут. Тачка у меня, дело, правда, получилось грязное. С нашей стороны претензий нет, однако ваш партнер работал с этой студией, и у него могут возникнуть возражения. В каком состоянии машина? А хотя пофигу. Мы собираемся сделать так, чтобы орудия стреляли так, как надо. Заодно менять шипы и катапульт.
Но другое, наверное, не придется менять. Хорошо, охрана мистера Уэстона обеспокоена тем, что у гаража бродит подозрительный тип. Если увидите, сообщите нам. Непременно, непременно. Прикольно, катапульта выстрелила сейчас. Вот только вот... Еще прям это в витрине, по-моему. Я, правда, застрял из-за этих охранников дурацких. Я костюм этот себе оставлю. Очень красивый костюм. Не туда. Не туда заехал. Вот здесь. То же самое место, куда мы ставили две тачки. Две другие тачки. Первые. Но, да, у тебя репутация уже есть. Страховые компании терпеть не могут такие дела. Ну правда, кому понравится, когда его разводят? Ну и как все прошло? Гладко, сам понимаешь. И наушники, знаешь, в чем прикол? Мне принадлежит большой пакет акций этой студии, так что мы в каком-то смысле даже действовали по закону. В каком-то смысле? Оу, только посмотрите на этого засранца. Нигер, да ты просто крут. Прям киногерой. Ламар, ты какого фига тут делаешь? Я просто звякнул Тревору, это полный капец искать твоего кореша, бля. Через какого-то амфетаминщика. Дэвин Уэстон, спец по двухчасовым женским оргазмом. Чё, как, братан? Ламар Дэвис. Да, он как раз уходит уже. Не-не-не, подождите немного. Пацан, хочешь подзаработать? Ну еще бы, я всегда ищу способ срубить бабла. Во, вот такие люди мне нужны. Слушай, мы могли прихватить твоего пацаненка и занять еще одну тачку. Да, это мы можем сделать. Вот, ты хочешь тянуть его в это дело и угонять оставшиеся тачки? Я хочу получить свои деньги, чтобы жить спокойно. О, нет, я чувствую эмоциональное напряжение, умник. Он сердце. Но ты же мозг. Я что, не прав? Слушай, я хочу, чтобы ты был на стриме, когда будем вывозить все это из города. Ладно, как скажешь, позвони, когда закончишь. И сделай так, чтобы мы получили этот чек, ясно? Такие дела. Подойди-ка сюда. Дай мы тебе поговорить со своим юристом. Эй, не трогай меня. Я не по этой теме. Да, давай я тебе расскажу, как устроен мир. Ладно, дела с ФРБ мы начнем в следующей серии. А сейчас мы... А сегодня мы закончим на этом, пожалуй. Ничего нет интересного, да? Печально, печально. Алло, это кто? Аманда, Аманда Де Санта. Мы встречались у меня дома. А, ну да. Где вы? Слушайте, я знаю, что вы, мой муж, Тревор Филлипс. Не знаю, что у вас там случилось, но могу предположить. Творится нечто странное. Он в порядке? Не могу сказать, что в порядке, но по крайней мере он жив. Позвоните ему, он обрадуется. Нет, я не хочу с ним разговаривать. Мне просто надо знать, жив он или нет. Спасибо, не говорите ему про мой звонок. Ладно, но знаете, без семьи ему туго. Аманда продолжает на Майкла злиться. И мне это не нравится. Ладно, на этом все. С вас Ликос, подписывайтесь на меня, эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. С наступающим Новым годом. До встречи, пока.